Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет. Но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же в реалиях там произошло. Но я хочу принести свои соболезнования и вам, тем членам редакции, и близким людей, которые там погибли.